Я Богданов Сергей Александрович, житель трижды города-героя Севастополя. Занимаюсь сейчас средством для наших ополченцев в городе Донецк. А вы сами в ополчении? Да, Севастопольская оборона. А что это? Севастопольская оборона, то же самое, такие же ополченцы, как у нас в Донецке. Значит, у нас просто как, когда у нас объявили, что к нам едут пятая колонна, мы, конечно, всех обзвонили, всех предупредили. Собрались за полторы минуты около 3000 человек у нас. Выгнали мы Зеленчука, он, правда, недавно приехал с Майдана, вот когда был Майдан в городе Киеве, который до сих пор продолжается, который проводит этот, не побоюсь на камеру сказать, некий Кличко с кровавым Петей Порошенко. Вот. Но нам удалось, мы стали трижды городом-героем Севастополем, я очень рад за это. Конечно, не зря меня, моя любимая сестра, мои любимые родственники отпускали на баррикады. Мы стояли на блокпостах, мы стояли у администрации, мы стояли и около штаба, мы выезжали, оперативная группа у нас была в город Симферополь, мы ездили с татарами, была драка, ну, конечно, 15 человек наших ребят были ранены, ну, как видите, все... Да, первый ряд полностью был положен газом, второй ряд стали бить дубинами, битами, что у них только и не было, и биты, и палки, вот это вот все у них. Нет, в город Симферополь, в самом городе Симферополь, у нас 25 и 26 февраля была там сбор у них. Нам люди из Симферополя, АР Крым, позвонили в Симферополь, в наш штаб на улицу Советская, 65, со слезами просили помочь, о помощи. Мы как, конечно, мы не против. Нам выдали автобусы, мы сели, уехали туда. Ну, конечно, мы думали, что мы этих татаров выпернем оттуда. Но не получилось. Первый ряд они положили газом, а второй ряд уже начали бить. Ну, конечно, там столько было. Два или три человека наших умерло сразу на месте. Бывают сами люди, даже с Донецка приходят, видят донецкий флаг свой, подходят, спрашивают, действительно, ну, на ДНР. Я говорю, да, действительно, я вам даже им показываю. У меня есть специальная рекламка. Держи это. Вот. И без проблем дают денежку, и даже местные жители города, трижды города-героя Севастополя. Ну, я стою сегодня четвертый день, вот стою суббота, воскресенье, суббота, воскресенье и сегодня. Вот за три дня где-то примерно около, моя сумма где-то около 7 тысяч. Ну, бывают раненые, да, наши бывают, возвращаются. Вот наши недавно вернулись, ребята молодые всего лишь, ребята лет, наверное, по 30, по 35 где-то так. Двое уже вернулись в гробу, мертвые. Конечно, хочу сказать, если Донецк меня услышит, услышит это Нацгвардия, ребята, остановитесь, не губите наших, не губите детей, не губите безразрушных людей. Если вы так будете продолжать, трижды город-герой Севастополь приедет к вам и убьет лично вас. Вашего Петю Порошенко. Это говорю я, житель города-героя Севастополя.